Всем привет! Вы на моем канале «Питание Ильшата». Сегодня мы будем делать праздничный стол из продуктов «Моя цена». Выйдет где-то на рублей 500-600. Что из этого выйдет, я не знаю, но что-то точно выйдет. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите позитивные комментарии. Что ж, а мне пора теперь начинать. Иду в магазин «Магнит». Птички чирикают. Такая погода шикарная. Вон там и магнит у нас. Вот сейчас вот тут будем переходить. По 199 возьму вот эти вот курицами. Так, а огурцов моя цена. Это нету, поэтому возьму вот эти вот магнитовские. Они стоят 114,99. Дальше возьму. Моя цена — клубника замороженная, 300 грамм, 79,99. Вот это. Так. 16 декабря по 16 июня 22 года. Вообще. И же я так смотрю, ничего не плавно. Так, мне нужны спагетти, моя цена. Так, это какие-то порванные. Вот эти возьму за 20 рублей 99 копеек. Так, есть сухари ванильные, есть сухари с горчицей. Ванильные стоят 36,99, горчичные 29,70. Но так как это будет десерт, я, скорее всего, возьму ванильные. Именно майонеза моя цена нету, но есть майонезный соус, который стоит 13 рублей 49 копеек. Вот этот вот 15%. Так, возьму его. Дальше возьму вот эти вот яйца. Моя цена, первая категория, 169,99. Сметаны моя цена, почему-то я не вижу. Вообще такая бывает у нас. Вроде бы такой у нас не бывает. Так, и что делать? Так, но мне нужна сметана. Сметана моя цена нету. Так что, скорее всего, придется брать. Скорее всего, значит, придется сделать небольшое исключение и взять сметанку обыкновенную, потому что моя цена нету. Возьму-ка я вот эту вот 200 грамм, 15%. Вот. Подавиновская. Так. Так, ага. Февраля по 20 февраля нормально. Так, и я беру вот эту колбасу. Вообще очень супер, какая-то низкая цена, 26,99 за 400 грамм. Надо брать. Сыр моя цена, здесь очень много разновидностей. Скорее всего, я возьму. По-шихонски это, по-моему, слишком мягкий. Значит, придется мне взять все-таки костромской. Здесь плюс-минус одна цена. Стоит 39 рублей 99 копеек. А вот то, что я купил. Сухарики, спагетти, десяток яиц, колбаса, майонезный соус, сыр, ананасы, клубника, огурцы. Ну и пришлось взять вот такую сметану. Потому что той, к сожалению, у нас в магните почему-то не было. Вот все цены. Для начала начну с горячего. На горячем у меня будут, как вы поняли, макароны. Я возьму из дома. Я думаю, соль есть у всех. Где-то столечко положу. А вот такую кастрюльку. Будет ли собака есть колбасу вот эту, Намика? Будешь? О, съела. Ну ладно. Вот так вот.
Делаем просто какой-то яичный блинчик. Типа что-то наподобие такого. Вращаем 3 яичных блинчика вот в это и потом просто выкладываем сюда, к нашему салату. Добавляем сыр к салату. Добавляем майонезный соус. Шикарный, очень вкусный салат. Добавляем в кипящую воду спагетти «Моя цена». Резаную колбасу отправляем жариться. Далее сварив макароны и процедив их, насыпаем их сюда, в сковородку. Разбиваем 2 яйца. Далее берем сухари, выкладываем их вот так вот в емкость. Наверное, вот столечко. Выкладываем ананас. Консервированный, который. Примерно я буду ложить на одну порцию, примерно 3 колечка. Всего в банке, по-моему, 10. Вот. После этого десерт мы украшаем клубникой и кладем в холодильник примерно на 2 часа, чтобы весь десерт у нас пропитался. Вот. У меня колбаса не осталась, сыра тоже не осталось, яиц осталось 5, сухарей у меня осталось примерно еще половина. Сметаны у меня не осталось. И так, майонезного соуса тоже не осталось. Макарон тем более. Вот. Ну, как бы, ну, естественно, ананасов тоже нет. Но еще у меня осталась клубника. Примерно у меня еще осталось штучек 7-8 где-то, ну, где-то так. Вот. А еще у меня осталось примерно, по-моему, 3 огурца. Вот. И все. Вот такой шикарный стол получился на 23 февраля. Вот.